Проект «Настоящая Казань». Чистопольская, дом 7. Вот такая вот ситуация. Ситуация не меняется из года в год, одно и то же. Проехать невозможно. Ну вот кирпичиками они тут что-то закладывают. Ну, дыры все больше и больше, ямы делаются. Как здесь ездить? Ну это практически центр города, до Кремля. Ну, 5 километров отсюда. Вот, и никто это не исправляет. Порядки вещей, такие дороги у нас. Казань. А вот здесь вот в 500 метрах, если пройти, там было проведение трансляции чемпионата мира, гуляния по футболу, я имею в виду. А вот наш паб, где собирались болельщики. И теперь мы говорим про третью столицу России, город Казань. Посмотрим на это. Вот. Стыдоба. Стыдоба.